have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки! С вами Оладушки, и сегодня у нас с вами кастомная лодочка, на которой мы пойдем вчетвером, ну и плюс боты, конечно же. Давайте, народ, рассказывайте, как что? Ну, как что? Я сказал скачать лодку. Сначала все не хотели, потом мы ее скачали. Я хотел. Неправда, я вам еще в прошлой серии даже говорил эту лодку скачать, вы ее не скачали. Нет, твой голос в прошлый раз где-то потерялся, если бы я его услышал, он бы до меня дошел, я бы был бы за, наверное. А, да? Ладно. Хорошо, у нас Айрах, глубоководная, в очень хорошей комплектации, люкс с кондиционером, автоматическими стеклоподъемниками, балласт, пункт управления. Короче, да, все оценили, все говорят, ох, круто, поехали. Поэтому... Только не советую стеклоподъемники активировать на подводной лодке, ну, так просто к слову. Привет, ладно. Я тут еще. Хорошо, супер, поехали, запускаемся, Слаг. Полетели. Ну, не дольше, чем в первый раз. А, не так долго. Да, довольно быстро. Угу. Так, сейчас главное быстрее. Матка роя ползунов. Я механик, я в инженерном. А, я в. А, я в. Я механик, я так вижу. Да. Ой, сколько всего-то есть. Так, давайте, погнали. Мне бы какой-нибудь шкафчик. Слушай, тут красиво прям. Вы даже внутри. Ага. Блин, а хорошая под. Блин. Да, офигенная. Зуземя, спасибо тебе огромное. Ребята, минуточку, она у меня загрузилась, она у меня останется в списке на следующие разы или нет? А кто ж его знает? Она не у тебя загрузилась. Ну у меня же она тоже прогружалась, у меня скачивал мегабайт данных. У меня плохие новости для вас. Нет. У меня три яда. Нет. У меня цианид, парализатор и еще. Где пика? Не скажу. Отдавай. Стрелять начну. И по тебе. Не надо стрелять, я в него уже один яд вколол. Какой? Что еще? Так, я шучу. Инженера поставил на реактор. Шутка! Не надо меня бить, шутка. Ржака, понимаете? Смешно. А, да. Я офицер службы безопасности. Так, помощник. Вот это да, помощник у нас будет, наверное, равно носиться и латать все. Так. Почини механические эти. Ой, нет. Она же ломается. Ты чё? Отдавай, вы чё делаете? Пушку отдай. Я положил в шкафу. Механик у нас будет заделывать течи. Все, ну я распределился, если хотите, меняйте. Я поставил так, как я вижу. Я инженер, я так вижу реально. Так, это у нас... Ладно, пика не вставая. Да. Аэрох. Круто, круто. О, у нас есть судовой журнал. Прикол. Да. И не один. Ты у нас... А напиши там, кто это прочитает, тот лох. И прочитай. И прочитай. Так, у нас 4 пушки? Неплохо. Стоп. А что я хотел? А, так тут пушки еще для компании сделаны. Охренеть. А, кстати, а где у нас этот... Отсек механический у нас вообще есть? Вот что-то я написал, что это дневник. Ребят, посмотрите нижний плавник вот с этой турели. Нашел. Ку-ку. Вот тут. Из третьей турели. Посмотрите на нижний плавник. Зачем? Ну, прикольно. О, оружейная стойка. Дробовик. Можно посмотреть? А, ой, я слепой. Давай. Оу. Ладно. Есть все костюмы. Костюм котельника, одежда сторожа. Костюм брательника. А где ты их нашел? А, вот. Блин, нафиг мне ваш пистолет. Я и так всем вкалывать умею. Ну ты взял. Одежду сторожа. Так, положи. А почему в медотеке отдельный... А, нет, ну это в принципе логично, что тут отдельный костюм, скафандр. Вообще А можно вопрос? Почему на подлодке Айрах висит плакат Плакат? Подлодки Азимут. Неважно. Это не отсылка. Надо, я сейчас стану вообще бессмертным. Не надо, пожалуйста. Шатать. У меня заражение паразитами.
Понял? Пика, ты где? Это Нет, какие-то я наоборот. наноботы, которые тебя чинят, или что происходит? Короче, я скоро перестану. Так, народ, Мне. Я нас направляю к ползунам, если что. Надо хоть что-то сказать. Короче, он мне. Скоро перестанет существовать, короче. Нет, у меня не будет я нужды уже взял дышать. ТП. Слушайте, я кстати, не буду болит давление его как можно быстрее. Он не будет себя контролировать. Так он и так себя не контролирует. Че, убить его нужно? Быстро его грохните. Он просто, если он сейчас больше 70%, то он же уже никогда не умрет. А, Зуземя, че его? Минуточку. Нет, а... Это гнида мне что-то вколола. Это яд. А каким образом мы только начали играть, а у человека уже... Я буду сильным. Ты сам флаг, себе это вколол? Флаг, паралич. Вколол паралич. Он тебе паралич вколол. Помоги. У тебя паралич 25%. Помоги, пожалуйста. У меня дробовик. Пошли, метод тех. Пошли, у нас такое есть. У меня дробовик, не подходи. Я умираю, помогите. Колбаса умирает. Где это все происходит? Внизу? Вверху. Я вверху все бегал, где вы были. Я уже не могу идти, помоги. Тут плоско трехкилометровая. У тебя 45% всего лишь. Так, что тебе тут? А на парализатор? Можно я объясню, что со мной сейчас станет? Ну? Смерть. Дай на парализатор. Я знаю, что с тобой сейчас станет. Ты сейчас будешь бессмертным и всех убивать. Нет, мне... Я не буду да, чувствовать давление. Да, ты не сможешь давление. Контролировать это. Ты не сможешь это контролировать. У меня давления не будет. Ничего. А еще мне ты это контролировать можешь. У нас такого нет. У нас такого флаг. Тебе конец. Пойду да. Хотя бы перед смертью застрелю его. Ребята, я за лодкой. Короче, бейте его. Где он? Ну-ка, давай его и стреляй, расстреляем. Где он? Я за лодкой. Я думал, ты пошел за лодкой, а ты прям за лодкой. Да, я за пределами лодки. Так, а на парализатор... Блин, я не верю как то, что нету. Как ты туда попал? Я не хочу умирать. Он тут, я погнал. Нет. Все, я потерял сознание. Оно того не стоит. Так, как бы тебя оттуда немножко убить? Стой. Фрум. Что? Фрум, забери мой дробовик. Паразиты, меня уже тяжелые. Не спасти. А, ты еще... Не-не-не, я погнал, слушай, я не буду с тобой. А как у тебя его забрать, этот дробаш-то? Что пробовать? У меня уже почти полностью заражение. Я сейчас стану, короче, киберубийцей. Я понял, что я сейчас сделаю. Я сейчас... А этот, я пика забрал за лодкой? Все. И нож ты теперь можешь быть защищен. И пика что, за лодкой? Дубинку тоже. Забирай все, этот друг теперь. Он в меня цианид вколол. Я в тебя давно вколол. Да какой же рестарт, Эм? Я не могу так играть. Я хотел нормально сыграть, блин, тут этот. Я, кстати, ты... админ. Я могу ему запретить другим вколоть какие-либо препараты запрети. Вообще. Давай, я герпесом заразился. У меня, кстати, очень странная походка. Я не знаю, что со мной. Что это такое? Почему как курица хожу? Короче, он может рестартить. Давайте рестартим. Да, это... ладно, у вас давай. Там куча антидотов на лодке. Да я до них дойти не могу. Вот я иду, блин, до антидота. Я хожу как курица, этот как лунный поход. Хватит! Зачем ты по мне стреляешь? Чё за... Бери его! Меня сейчас я дойду до патрон, я до них дойду. Я это все. О, а это что за черти по одной? Да, да, у нас снизу какой-то чел. Это было интересно, и мы, может, даже это увидели бы, если бы не перебивали друг друга к чему. Ика. Короче, давайте сейчас, давай, вот не будет врачом, вот Пика, он просто очень плохой, сильно. Что я ему, все равно что я ему не дает взять шприцы? Да смотри, ты яд возьмешь, ну ты смешной, что ли? Ладно, давай возьму кучу антидотов. Я могу убить его. Подожди, давай, я тогда возьму яд, слушай. Давай сотрудничество, согласен. Ладно, давай. Все, согласен. Ты его всех вкалываешь, а я их лечу потом. Не так, надо. А в чем прикол? Тратить все. Народ, давайте ладно. Поиграем. Да, все. Ладно, вот. Все, да, давайте все, нормально. Хватит. Все, не надо ни в кого ничего вкалывать. Все, давайте нормально. Поехали, играем. Запускай слайд. Давайте их выкинем. Там... Всех в деконструктор. Это уже это то, что говорит человек, как-то передается остальным, да? Все, и слаг, давай ты не будешь ничего брать.
А зачем? Я вообще... Стоп. А чё я механик? Ой, слаг. Блин, слаг. Неважно. Вот тут забирай все. А почему ты вместо пика хочу сказать слаг? Неважно. Всё, я пошел. Вот ты цианид взял. Чё ты... Нет, я не взял. Я кейс с ним взял. Понесли. Ну там цианид внутри. Так я из него не беру. Да, я его разберу. А где? Да, дай мне. На, там все яды. Я вот, по совместительству хороший, сотрудник хороший. Безопасности, если что. Так, а, у нас, стоп, у нас 5 орудий. Нет. А вот смотри, в чем прикол. Нажми, у нас, видите, Джоди Би, она офицер безопасности. Нажимаешь на нее, чтобы она встала за орудие, и у тебя показывается 5 позиций. Не, это я теперь офицер безопасности. Она теперь я понимаю, но 5 позиций. И лодку нашли. Импульсный лазер, цепная пушка, импульсный лазер, цепная пушка и импульсный лазер. Хватит пердеть на меня. Что происходит? Какого хрена ты слушаешь Брума? Я не горю. У меня все хорошо в этой жизни. Я хочу на это посмотреть. Гаечным ключом забьем, что ты делаешь? Я хочу на это посмотреть, где Фрума тушит. Да что ты делаешь? Зачем ты меня тушишь? Душонный. Ты хрю, что ли? Я не понял. Душонная котятина. Да, кошатина, и что? Кошатиной быть не запрещено в нашем мире. Хрю... пика. Пика. Так, это у нас... Если он у меня закончится, я выкину его и возьму дробовик. Шкаф подавай снаряжение. А вот это что-то? У! Иди верни его обратно. Тут офигенный диванчик. Где? Да я уже его потратил. Возле жилых отсеков тут офигенный диванчик. Я пока поваляюсь, кстати. Пика, зачем ты отменял переработку? Я хотел прочитать, что это. Да. Ой, да, хотел? Да. Зуземия, последи за ним, пожалуйста. Спасибо. Нет, а, ты меня достал. Я прочитал, что это, там написано хлори. А зачем ты заново все начал? Я хотел прочитать. Прочитал? Молодец. Кстати, как там наручники одеваются? Давайте на пике испытаем. Было уже, не надо. Бей его! Все, он потерял сознание, наручники! А я не знаю, как... Знаете, в чем прикол? 5 минут назад, давайте играть нормально. Да, давайте, сейчас, бей его, давай наручники! Я ему надел. Все, я знаю, как активировать наручники. Я ему надел! Иди от меня! Ты страшный! Вколол мне что-то! Я ему не надел. Так, все. Хватит, реально тот нормально. Тот момент, когда вкалывают Пика, по черному. Почему, как только я тебя потрогал, у меня герпес? Это в прошлый раз случилось, когда я слага потрогал. А вот не надо трогать нас. Я теперь хожу, как ненормальный. Тоже как курица ходишь? Да, я как утка хожу. Это фишки тоже не понял, ладно. Покрякай. Он сейчас крякнет полностью, целиком. Крякнет. Да? Крякнет. И чего со мной будет? Я что-то упал. Это уже балласт, фига себе. Как я зашел? Нет. Да не тебя я лечу, а тебя. А, в смысле нет методов лечения? Смерть. Теперь живи. Отлично. Так. Да что ты мне вкалываешь? Ой, нажми пробел, я знаю, как тебя вылечить. А, знаю, а наручники сейчас на меня наденет, я тебе наручники дал. Если он наденет наручники, я его шибану. Народ, а что за станция Кимджо? Это нам надо, не надо? Да, фиг знает. Она 130 метров, поехали, врежемся в нее. Погнали. Мы будем адекватно себя вести. Сказали бы в другой раз. Так, надо... Предатель Родины! Стой! Нет, пожалуйста, не надо! От пути! От пути, говорю! Ой, тебя тошнит! Хренач пику! А, пика! Опять. Предатель! Я не могу, я упал! Как идти его запинать, если я упал? А почему я тебя бить не могу? Потому что да. Народ, а как... стоп, там же потолок, ну, грубо говоря. Стой, дай его расстреляю.
Я, по-моему, пропускаю все самое интересное. Да не его, я себя хочу полечить. Я кровью истекаю. Дайте мне себя полечить. Что у вас тут происходит? Я на секунду отошел. Фиг ли, что тут происходит? Где бинты? Кровь. Мне нужна кровь. Вампир чертов. Кровь. А у меня тут 8 пакетов. Офигеть, тут шкафчик капитана. А, мне очень плохо. Ты меня заразил. Я? Ну не я же. Так я не заразен. Опиум, что-нибудь быстрее. Для народа. Я подскользнулся и на шпагат сел. Я себя вылечил, мужики. Живой? Ой, я себя вылечил. Мне в лицо дробью, а я себя вылечил на фул хп. Я себя вылечил. Живой? Вылетел. Да, я себя на фул хп вылечил. Ты мне в лицо дробью, а я себя на фул хп вылечил. Чем ты там? Анаболики жрал, что ли? Ты попал под шальную пулю. Я стрелял в слага, а пришло... Слаг идет за тобой. Слаг такого не прощает. Я что-то... Ёлки, назад! Меня расстреливают. Ладно, понял. Беги! Народ, мы во что-то въехали, извините. Я нарулил. Нарулил? Да. Передний балласт чините. А я тебе говорил. Я вот на локдаун заперся. Отопри. Нет. Я что-то думал, что на самом деле получше будет. Ой! Дробовик получше будет мне... Мне потолок разгрызли, меня затопило. Ты в медотеке? Ага. Обычное дело. А нет, нет, стой, давай мирно договоримся. Давай, иди, гуляй. Сколько там воды? Много. Так вот, откачивается. Да какая давление. Что это? Что такое? Ой, я взорвался-то! Да ё-моё, ты мне опять дал свою эту дичь! Что? Тихо! Фрум, живи! Нет, не подплывай! Чё это такое было? Блин, вот досада! Как же мне не подплывать! Кто заблокировал вот дверь? А ну, чё? Мне кажется, у нас проблема. Да. Есть такое, но я хочу туда попасть, чтобы залатать. А, ты залатаешь? Ладно, да, давай я признаем, иду, что тебе не кажется. Я дошел! Стой, это огнестрельное ранение. У меня? Да насрать! Та сраная дверь, откройся! Да отпусти меня! Пика, отпусти, говорю! Я в тебя что-то вколол. Наркотическая зависимость. Пика! А он заперся, я посижу. Я там ломка сейчас. Как ты что мне вколол? Я под кайфом. Я тебе 6 морфинов вколол. Неплохо, у меня. Ой. А, ой. Ой. Ой, у меня передозировка. Ой. Видимо, да, 6 это слишком много. Дебилиацина у нас, наверное, нет. Чего там нет у вас? А, есть. Ничего у нас нет. Есть дебилиацин, я выживу. Я убил. Чё? Чё ты в меня ещё вколол? Хорош меня. Я выживу, я обязательно выживу. Встань, просто встань. Тебе нужно вколоть себя одну хрень. Всё, встал. Фентанил тебе нужен этот, нет? Блядь, чё, да... Я боюсь себя что-то вкалывать. Не бойся. Я посижу. Внизу починили, что ли? В балласте, нет? Ой! О, наконец, у меня экран, как у этого, у наркомана реально был. Я умер, вас атакует быстрая фигня, которая стреляет шипами. Вот. А, это нормально. Где? А чё у неё хп нет? В каком плане нет хп? То, что её вообще невозможно убить или чё? Нет, в том плане, что у неё его очень мало. Понял. Подскажешь, где она? Сверху и снизу? Да-да. Вот, давай, стреляй. Нет, 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 стоп. Где ну, сраный костюм? А, ладно, я не видел. На пол бросает. Сейчас она где-то... Сейчас, вот она такая. Вот она. Во, вижу, да. Вон она, да. Бей. А все, она умерла от сердечного приступа. Я еще раз половинил.
Она от сердечного приступа умерла, что-то я распалил. От сердечного приступа? Да. Да, я вколол в себя яйцо динозавра. Это хорошо? Пойду тебя застрелю. А что у нас капитан тут в конвульсиях бьется? Кто? Он что-то издевается. Кто капитану дал это? Пока что со мной все хорошо. Я тебя могу вылечить. А что капитан взрывает? Не-не-не, отпути, отпути, еще подхочу от тебя. Стой, у тебя устойчивость к трупным паразитам. Ты не знаю, это и должно быть так. Это я так сделал. Молодец. Хоть что-то полезное. Народ. Я тебя сначала отфигачил двумя ногами. Подожди, а как ты еще жив? Ты же был заражен паразитом. Туда бы пришел большой этот иглобрюх. Ну вот этот большой, который летает. Иглобрюх? Большой. Я ничего не хочу сказать, но кто-нибудь встаньте на турели, пожалуйста. Тут хорошо. Их много, и он большой. Пипец. Народ, на верхнюю турельку, пожалуйста, кто-нибудь залезьте. За этой дверью какая-то херня. Нет, на нижнюю тоже, на верхнюю, на нижнюю залезьте. Он пипец большой. Красный, боевой водолазный костюм. Да, он тут был всегда, если что. Так, капец. У меня потолка нет, пожалуй, заварю его. Это хорошая и дверь идея. Еще закрою в ко... А, я не могу. Этот... Вот туда надо как-то... Вика, а как ты жив, если ты был паразитом заражен? Вот паразит. Я не был паразитом. В смысле, ты не кто был кого паразитом? Кто кого тут убивает, погодите, зачем? Меня убивает этот дурак. Что происходит? Такой же вопрос, реально. Закрой двери! Закрой чертовы двери! Мне понравилось. А где я пытаюсь, конечно, тут их всех располовинить. Ща, иду. Оу, погоди, тут что-то дымится, надо починить. У вас снизу лоу хпшная фигня дамажит. Хорошо, сейчас починю, попробую посмотреть. Пусть не дамажит. Я не понял, у тебя читы, ты как узнал, что она там? Кто-то мертвый. Ты сказал. Да, она умерла уже, хватит ее. Я имею в виду из игроков кто-то мертвый, потому и узнали. Ой, у нас что-то потолок этот. Его и нет. Чуть-чуть протек. Чуть-чуть не хватает. А у вас тут... Так у вас тут какой-то чел сейчас из верхней турели по своей же подлодке. Не по своей же турели, я труп пытался снять, это я стрелял. А зачем тебе труп снимать? Ну чё он там валяется? Ну пусть валяется, чё он. Да ну не блин, статично. Блин, дай я тебя добью, а то что-то ты это вообще... Нет, я вылечился. Да тебе я вылечился. Доктор сказал в морг, значит в морг, блин. В морг. Говорю, как ты от паразита вылечился? Так у него от их паразитов? Не было. Да. Были у меня. А, ну значит вылечился. Были паразиты, я их в тебя вколол. Сейчас скажу, что вколол я. Так, вы тут чините или что? Мы чиним себя. Я вколол что-то против трупных паразитов себе и слагу. Да ё-моё, так я ж забрал все противоядик. Чё ты там все вколол? Мэджик. Или там еще было? Слушай, наверное, там еще было, я просто слепой. Да не, просто мэджик. Жидкий кислородит, слегка токсичный, при введении в кровь, способствующий выработке кислорода. Не ронять! А у вас, короче, капитан в локдауне запер. Пусть капитана на карантин посидит, посадит. За вредные приказы. С моим трупом еще такой. О, я! А чё у меня герпес, то я ж зареспавнился, да ёж моё. О, я смотрю, какая-то утка рядом появилась. А за кого я заспавнился? Я кто? Антидот я помощник. По какой мощи? Мощь. Да чё, чё ты меня ладишь? Ты меня вколол, ты задолбал. Пика, тебя вшатать? Нет, я ему что-то вколол. Да чё ты мне вколол? Какое повреждение органа? Куда хп? Зуземи, он пытается с тебя органы вывоевывать. Зуземи, если тебе из-за этого плохо стало, то скажи, я в него выстрелю. Ему мне очень плохо, очень. Стрелять? Больно. Мне стрелять? Да! Народ, огромная штука сзади. Две. Смеется тот, кто смеется последний. Он умер! Он в скафандре водолазный, блин. В боевом. Да вот в этом и есть. Ты, блин, ты жив!
А можно мне как-нибудь там этот дырку заделать? Где, например? Ну, в теле, вот прям. Смотрю, легкого нету. Да вы, что вы, меня офигеть, какая штука огромная у нас сзади. Ой. Да не, маленькая. Я там кусок плавника видел. Давай, стреляй, она ниже. Давай. А, оно медленно поворачивается, сейчас. Вон он, сверху. Оно пока просто поверх... Вниз поплыло. Сядь на нижнюю. Вылечите меня. Начинай крутить и куда-нибудь там повыше ее... А, ну, уже помогите, не видно. Помогите, я умираю, вылечите. Я снизу, да, смотрю, сверху. Ее нет. Кто все лекарство спер? Мне лечиться нечем. Дайте мне что-нибудь, пожалуйста. У нас этот чувачок пошел течь заделывать или нет? Дайте мне фентанил кто-нибудь, люди. Иди ко где? Мне. Да как я к тебе? Ты смеешься? Да. Народ, я с медициной вообще не в зуб ногой, так что извините. Ой, я нашел морфин. Ой, хорошо. Где чертова течь? Сзади? У, выбрось. Нет, сверху. Я буду жить. Много вкали. Вкали очень много. Я не буду я все много вколоть. Я один гель нашел, и вот вколол, мне хорошо стал. Наверное, потому что это наркотик. А, Фрум, ты... Я чиню нас. Да что ты делаешь? Да ты тупой. Нахрен ты в меня стреляешь? Ты гений, пиздни. Что у вас происходит? Надо перевести дух. Я смотрю, Фрум этот плазменным резаком заваривает. Да лодку. Я перепутал, у меня их подряд две штуки стоит, я их каждый раз... Как ты меня достал? Чё тебе от меня надо? Чё ты меня бьёшь постоянно? Чё я тебе сделал? Вы его видите, нет? Нет. Чёрт. Минуточку, а что, можно реально прям по собственной лодке стрелять? Да. Ты же стрелял уже. Я думал, что тут нет friendly fire, потому я такой спокойно эту штуку пытался снять. А то, что я пол корабля замочил, это ничего? Ну, видимо, что, конечно, ну ладно. Тебе может. У вас развилось недомогание. Выпустите капитана с карантина, я пройти не могу из-за него. Мне кажется, он уже достаточно полечился. Утка в красном скафандре, да ладно вам. Ой, еще морфин. Ой, хорошо, сейчас будет. Народ, нам бы до Молоха добраться, может, как-нибудь, а? Че скажете? Может, у вас еще Молох? Я чуть не сдох, какой Молох? Ну, там 800 метров, но нам надо бы его убить. Вообще-то. Какой нафиг Молох? Я сейчас от кислорода задохнусь. Я в балласте, я встать не могу. Я сейчас от кислорода задохну. Ну-ка, помогите, я в балласте задыхаюсь. Помогите. Тот самый момент, когда ты проснулся непонятно где. Как раз то, что здесь есть этот рычаг. Фух, я жив. Земля хорошо. Он в балласте поплыл. Да как? Какой на... Какой наверх? Стой! Я лежу в воде, я задыхаюсь. Но, слава богу, я нажал на рычаг. И, короче, который от флоу... Я капитана открыл! Кап 3 дали, смотрите. Ой, какие же плохие тут все. Я открыл локдаун. Круто. Народ, я так фигово управляю, потому что у меня нет навыка, или в принципе, потому что фигово управляется? Потому что ты фигово управляешь. Станьте кто-нибудь за штурвал, доведите нас до Молоха, там 700 метров осталось. А то я всех убью, честно. Что вы тут за штурвал какой-то? Я умираю. У меня герпес. Мне фентанил. И что мне нужно? Мне нужен... Да, мне фентанил нужен. Дайте мне фентанил, люди добрые. О, ты внизу, у меня как раз фентанил с собой. Сейчас я принесу. О! Куда? Правда? Вниз? В балласт, что ли? Что у нас дверь выбил нафиг? Не просто там проводку, а выбил. У нас двери нет. Кто сказал, что... Смотря про какую ты дверь. Если та, которая в локдауне, то... Народ? Выбито полностью. Народ? Я вывалился из лодки? Как? Это щит, заплывай быстрее. Я не могу! Я сейчас там давлением грохнет. Там лестница, там лестница. Да какая к черту лестница? У меня когда заражение паразитами было... Давай, вправо плыви, это лево. Я знаю, я до этого жал вправо. Ты просто не понимаешь, что у меня сейчас происходит на экране. Нет, Фрум, ты выжил.
Фрум выжил? Фрум выжил. Сделал фигню. В смысле жаль? Смотри, ты мой взял. Какого фига вообще произошло? Помогите, пожалуйста. Ты где валяешься? Я тебя пытаюсь найти. За мной гонится маньяк. Помогите. Чего у вас тут забили? Я просто хочу... Да не надо меня бить! Я просто хочу вниз! Если я хочу вниз, это не значит, что меня надо бить. Почему? Действительно! А кто-нибудь знает, где у нас реактор вообще? Давайте соединёмся. Да он что-то так... Ходил по подлодке, а смотрю, у нас реактора нет. А я знаю, кстати, где реактор. Под пойду взорву его. Или над моторным. Разрешайте взрывать реактор. Он с дробовиком. Я упал. Блин, да мне бы бинтов найти, пожалуйста, где-нибудь. Кто себе бинты спер? Действительно. Заслужил. Я труп. Что происходит? Можно меня спасти, пожалуйста? Я почти сдох. Пожалуйста, спасите. Спасите. Нет. А ты где, просто скажи? Я в этом, где управлять пушками. А, ты все, ты уехал. Да. Блин. Да ё-моё. А я маску не взял. Класс. Костюм. Ура, я взял костюм. О, Фрум, привет. Иди сюда. Так, одну тварь убил. Отстань. Вы там что, друг с другом боретесь? Нет. Да. Ну, немного. А у нас подлодка плывет? Нет. У нас нет энергии. Отлично, я спрятался. Надеюсь. А надеюсь, это не тушитель? У кого? У нас тут пожар, если что. Ну, да. Так, живите. И живи. Да ты... Ты хороший. Позитивчики. Любую непонятную ситуацию решаешь очень просто. Да, я понял, что я вколол, чтобы паразиты убрать. Антибиотики широкого спектра я вколол. И у меня появилась устойчивость к трупным паразитам. И, о, взрыв. Чернобыль 2. Как обычно. Фукусима. Я надеюсь, этот умер. Я надеюсь, он умер? Кто? Нет, он не умер. Отлично. Кто? Да и этот... Пика. Наркотическая зависимость. Ура! У него наркотическая зависимость. Ну все, представь. Черт, темно. За вами так смешно наблюдать. Я вообще не понимаю, что я делаю, я подсяду. Там вообще ржака, когда пика всякую хрень колет, вообще смешно. А потом просто берет из дробовика тебе какого-то хрена убивает. У меня стабилоцин был.
давайте сразу в начале матча на пику будем наручники надевать. Хорошо, а зачем ждать? Давайте его сразу пристрелим. Хороший дед, он еще как-то выберется, блин, не, да, давайте его сразу пристрелим. Черт, я не знаю. И без возрождения. Я даже без маски, я даже не могу в них пойти. А я потом воскрешусь на челноке и протараню вас. Ничего. А я взорву реактор. Ничего ты сделаешь. Помогу. Нормально. А мы по челноку будем стрелять с пушек. Ты не доплывешь. А я мертвую протараню. Так и чё? Так мы корабль расстреляем. Как расстреливаете ваш корабль? Я уже даже не понимаю, что именно чинить. Я не понимаю, сломано. Где я. Я понимаю, да, но нам вернуть как бы энергию, но для этого нужно реактор. Я не понимаю, сам ли я двигаюсь. Я не понимаю, где я. Ну, я типа еще не заспавнился, но я так понимаю, если я заспавнюсь, я задохнусь. Быстро и эффективно убить пику. Такого не будет. Ну да, пики... потом в начале раунда дробовик берет и еще всех расстреливать. Нет, потому что у меня боевой костюм. Да, сразу пика он предусмотрительный, сразу берет да, все вооружение. Да. Яды. Если тебя кто-то отравил, то знай, это пика. Других вариантов не бывает. Ну, а просто прямого. А кто отравляет тебя? Надеемся, я... что у пики просто кислород закончится и все. Ну да, я так и думал, я заспавнюсь и просто сдохну сразу. Да, знаете, у меня получается... 5 баллонов кислорода, на что ты надеешься? Кто отравляет меня? Мне океана. Я надеюсь на то, что ты умрешь когда-нибудь. Рано или поздно. Слушайте, я не хочу. Я не хочу умирать. Полка я не хочу умирать. Баллонов. Я не хочу умирать. Не хочу! Я столько знаете, ждал. Знаете, сколько у меня баллонов кислорода? Помогите, пожалуйста. Я, короче, в комнате управления, этот, вкалите мне кислорода, да. Это ты? Стой, это ты? Нет, не ты. Мне скафандр нужен, пожалуйста. Мне тоже нужен скафандр. Но я же не Ноя. Как ты без скафандра тут существуешь? А я наверху, короче. А я не существую. Наверх вода. Скажите не честно, кто ломал реактор? Я. Зачем? Хотя бы чините энергию. Да не трогал я реактор, это шутка была, честно. На данный момент я не уверен. О. Пошутил. Мешок с узмеми. О, антибиотики широкого спектра. Помогите, это пожалуйста. Против паразитов. Помогите, пожалуйста. Что тебе принести? О, я на полку возьму. Скафандр! Как я тебе его принесу? А что вы жалуетесь? У вас все антидоты забрал Зуземих. Думаю, я, конечно... Маску кислородную, я где пушками управлять лежу. И я сейчас сдохну. Да, я твой труп сейчас нашел, у тебя там все антидоты лежат. Да, конечно, все антидоты. Это ты, блин, все спер и травишься. Вот молодец. А чё у нас с реактором? Не работает. А чё он не работает? Он совсем что знает. Капитан очевидность, блин. Решите его зарплаты. Неплохо. Да решите его топливо. У меня ПКТ меняют. То ориентированное, то не ориентированное. Так у меня тоже. Я то иду вперёд, то иду назад. А в чём прикол у вас как инвалид. Флаг, ты живой или где? Я? Кто? Флаг. Я? Нет, я уже умер. Блин, я до тебя добрался. Ну вот, можешь на труп посмотреть, если хочешь. Да ну такое себе. Пацаны, я из реактора стержень вытащил, у вас вода начала откачиваться. Реактор, походу, у него КПД в минус ушло. У кого есть стержни? У нас стержней нет, как бы. Я не понимаю, откуда у нас энергия. Нет, там же в реакторе был карман со стержнями, там штук 10 было, вы чё? В смысле, карман со стержнями? Ну не карман, но это, я имею в виду, шкаф со стержнями. А у меня воздуха нет, а я что-то стою тут. Да по нам стреляют, а нам опять разносят... Ты инвалид, хрю стреляет и... Ага. Он достал, блин. Если заспавнюсь, то я на него тротилу нацеплю пачку и взорвусь вместе с ним. Хоть какая-то польза будет. Я рад взорваться вместе с тобой. Да, я поставил.
зарядка чела. Все, у нас все должно быть хорошо. А вы меня не найдете, я спрятался. Он в конце медицинского отсека за шторкой. Смотрите, явное подтверждение тому, чтобы был импостер, мне нужен импостер. Это случилось, когда я через дверь проходил, меня напополам порубило. Да, бывает такое. Какой пароль? Жиза, да? Я не знаю, какой пароль, отстань от меня. Ящик. Смотрю, как два человека ходят как утки. Пожалуйста, да, и причем один туда, другого. А вы все патроны стыбзили, да? Сейчас три человека так делают. Кому потратили все на войну с друг другом? Зуземи, а ты тоже постоянно падаешь на пол? Нет. Дин такой. Я каждый 30 секунд валяюсь. Фрум, можешь его немножко отпинать? Зачем? Потому что он меня отпинал. И вообще много кого еще слаг он отпинал. Может быть, он уже пол команды нашим угробил, а? Выстрелил из гарпуна, и гарпун такой... Так, ладно, что, топить лодку? Нет. У меня 10 баллонов с кислородом. Топи на здоровье. Топить в смысле, чтобы тепло стало? Да. А вы что подумали? Ой, шутник. Экстракт бич раптора. Какого раптора? Выглядит вкусно. Повтори. Это какого студент раптора? После того, как Дошиков бич поел, становится автоматически бич раптором. Блин, тут навигация, офигеть, как сложно проводить. Мы сейчас еще царапнемся немножечко. У меня каждые 30 секунд падаем на землю. Потому что тебе пора умереть, и я этим сейчас займусь. Согласен. Давайте вместе убьем эту пику. Пику. У меня нож и гарпун. Пика. Я сомневаюсь, что это против тротила тебе поможет. Я умру вместе с тобой. А кто сказал? Я под тобой пол взорву. Да зачем ты раскрыл план? Блин, кстати, хороший вместе план с двумя этажами лодки? Да. А чё? Магазин для ПП. Без ПП, кстати. Потому что все ПП за бортом, я их выкину. Ну как выкину? Хорошо, меня я выкинули. Возьму. И ставишь туда патроны для ПП. Хорошо? Нет, я нашел патроны для дробовика. Ребят, я нас сейчас доставлю к Молоху, и плохо станет всем, так что будет хорошо. Ну сначала от пики избавиться надо. Скормить его, где-то... Жертву. Скормить его бич-раптору. Зачем? Как опыт? Антибиотики, я выкинул. Так, народ, готовьтесь, станьте кто-нибудь на рельсотрон. Сейчас живым стану. У нас... Подождите. 300 метров, подождите, готовьтесь. Давайте сначала от пики избавимся. Чувствуете себя неуютно, да? Ты задолбал. Да? Да, нет, ну это чтобы он нам не помешал. Нет, я же ради общей цели. Наоборот, такое маленькое злобное существо нужно это кидать во врага. Передо мной у него просто нет вектора. Знаете кто? Я капитан. У меня есть курительная трубка без табака, отлично. Да ты просто капитан. А я табак с спирт. А нет, стоп, нет, я не спирт, табак. Делись табаком. Делись. У нас только ядерный стержень. У нас только я. Ахрень. А ты хотел эти зарядить? Нет, я хотел. Ну, там, короче, есть одна штука, с помощью нее можно в теории убить пику. Называется монтировка. Нет. Плохая штука. Мы что, в Half-Life играем? Ну нет, просто... Я в прошлый раз почти пику монтировкой убил, когда он против меня с огнестрелом был. Народ, 100 метров подходим, готовьтесь, верхние турели. Сверху будет, сверху, да, сверху. Да, сверху справа. Сверху справа. Ну, логично, что не слева. Почему? Ну, потому что мы вперед плывем. Мы могли подойти к нему с другой стороны. Если мы плывем вперед к цели, то значит, соответственно, справа. 2D игра все-таки. Блин, не поспоришь. Блин, это что за звук? Перед нами. Да чё ж у нас нет-то нифига? Гасите. Гашу. Заднюю турель. Видишь? Встаньте на заднюю турель.
Я встал. Можно еще и использовать. Не, у нас там дно. Я ничем не помогу. Дно пробито. Так, я пошел чинить. Я нас подвел, немножечко подвез к этой штуке. Не, нас пока никто не подводил. Она сейчас сдохнет. Я ее расстреляю. Давай, давай, давай. О, видите, он, слушай, вот, прямо надо мной. Я прям... У вас просто почти... ХП есть у нее? Да, осталось чуть-чуть. У меня нет, она пропала. Помогите, скажите, сколько там. А, все, все, почти, все, почти. Все, почти труп. Давай, все, готово. Цель уничтожена. О, ачивку дали. Помогите, мне нужно заменить, у меня кислород. Замените. Я не успел, я глухой. Замените. Я, короче, лежу в отсеке, где крафтить. Я лежу, помираю от того, что кислорода нет. Так сними костюм. Я тебя спущусь. Ребята, я С4 подорвал. Помогите, пожалуйста, замените мне в скафандре кислород. Ходите вот в медотсек. Капитан. В медотсек просто снесло к черту. Сейчас, подожди, мне бы... Я сейчас закнусь. Ты его подорвал? Пожалуйста, помогите. Я почти... по всему кораблю искал провода и отвертку. Я подключил С4 с детонатором и взорвал там все. Да мне, вот кто может мне помочь? Скажите. Я не могу. Я сейчас я спущусь, могу. Тут нету чем дышать. Да пожалуйста, кто-нибудь. Я могу, чем тебе помочь? Я лежу в техническом отсеке, где изготовитель, и у меня кислород. Я лежу в кислородном голодании. Я сейчас умру. Замените. Ребята, а вас не пугает то, что у нас 3 одинаковых... Нет, 4 си-бокса. Ну, спасибо, что помогли так, мне. Так, Зема уехал, я уехал. Посмотрите экипаж. У нас 4 одинаковых человека там. Это нормально. Жесть. Такой пакс был уже в прошлый или позапрошлый раз. Жесть, хочу жить. Дышать. В прошлый раз было, потому что я... В прошлый раз там было много меня. Да. Как вам взрыв С4? Эффектно? Честно, мне понравилось. Ставлю диск. Короче, все, давайте. Что-то выполняем. Вопрос? Скажите, пожалуйста, где скафандр есть? Уже нигде. В кают-компании 3 скафандра валяются. Ого, тут взрыв в медотсеке. Направишь меня, Фром? Так, ты где сейчас? Видите, проводку? Капитанской рубки. Вниз чеши. Вниз, потом куда? Направо, вниз, налево? Вниз, еще раз вниз. 2 этажа тебе надо спуститься. И потом Бога. Направо. Ребята, у меня хорошие новости. Направо. Я пошел в океан умирать. Еще. Следующая комната. Там 3 костюма. Я не знаю, что там с воздухом, но 3 костюма есть. Помогите! Меня лишь двери запер. Нажми на красную кнопку. О, у нас по пути... Нет, она эту открывает. Нет. Тихо. Стоп. Я научился С4 пользоваться. Ну ты видишь, прямо перед тобой скафандры лежат? Заберу себе. У нас по пути тут есть инопланетный комплекс, можно грабить. Если мы золотую нам лодку... Нам сейчас не для этого. Да. Труп? Блин, реально труп. Зем, ты, кстати, тут умер. Че а это? У нас ядерный реактор взорвался или что это за вспышка была? Нет, что-то вонючее взорвалось. Вообще, у нас реактор дымится. А у меня нечем его чинить. А, нет, есть чем. Вру. Короче, я сейчас приду. Чё я тебе сделал? Отстань! Типа, я сейчас приду через минут 10, я скажу. Что? Хрю, ты зачем? Ты чё, хрю, что ли? Слишком много. Чё, мне пора умирать. А то я за всю игру ни разу не умер, это как-то... Прострелил колено боту из револьвера. Славик, ты чё? Славик, погнали! Финальная несилова. Так я полумёртвый, меня боты отфигачили. Молоха завалили, можно и Хрю завалить. Ну да, неплохо было бы. Я тут главный босс вообще-то был. Терял сознание немножечко. Совсем чуточку. Всю игру хотел взорвать С4. Молодец. Я по всей подлодке искал отвертку. И в итоге я в медотсеке все взорвал. Чувак, ты не можешь взять отвертку на корабле? Может, поможешь? Нет. Жаль. Пока. Пока.
Каешь дома. Ты мой костюм заберешь. Да. Это был, кстати, единственный костюм. У меня 9 кислородных баллонов. А, кстати, да, спасибо. Где ты их держал в каком кармане? Вы хотели меня убить, я постоянно с кислородными баллонами бегаю. Я не хотел тебя убить. Хотя тут даже боты меня хотели убить. Хотя случайно должно... А, ладно, дыши! Что у вас с тобой-то? Хрена тебе плохо! Да? Ага. Неплохо тебя тут покромсало, на самом деле. У меня все эффекты, которые есть просто. Я смотрю, ты вколол вообще все, что только можно было. Да, правильно смотришь. Угу. Так, есть сварочный аппарат? Да, охренеть. Где-то на моем трупе валяется сварочный аппарат еще. Да тут целый в шкафу лежал, прикиньте. Целый сварочный аппарат. В целом шкафу? В целом шкафу и целый сварочный аппарат. Вот это везение. Угу. И шкаф целый, сварочный аппарат. Удивлен, как ее на запчасти не разобрали. И шкаф, и сварочный аппарат. Ладно, народ, тогда у меня осталось 10 секунд до возрождения. Сейчас посмотрим. Вы как, типа, мы еще куда-то что-то или где? Я думаю, все. Я тоже думаю, что все. Мы, в принципе, выполнили задание минимум на сегодня. Убили монстра, убивали друг друга, взорвали лодку к черту. О, нет, я воскрес. Это да, не все. Крю, стой. А почему ты воскрес вместе со мной? Ну, тебе не повезло. И у меня опять вот эта фигня, я хожу как утка. Нет, спасибо. А почему мы воскресли прямо здесь? Потому что на этой лодке челнок, скорее всего, не заделан был. Ну, настройка. И мы спавнились просто на лодке. Ну ладно. Это же хорошо. Я в странном синем костюме, но в принципе нормально. Я вообще без костюма, меня тут все хотят убить. Раз, два, три. Ты дышь. Лодочка горит, блин. Я не знаю, зачем я это делаю сейчас на самом деле. Я думал, я тебя не убью. Так. Конечно, я тебя не убью, мне нечем. Ну, ты правильно. Я тебя тоже трогать не буду. Я падаю постоянно. Потому что инвалид. Встань. Не спорю. Я тоже упал, кстати. Я не могу подняться. Я понимаю, что меня током ударило, но не настолько. Нет, тебя током не бьет, ты просто берешь и падаешь. О, слаг. Я был к этому готов. А я нет. Шот флаулес, Виктори, блин. Меня в итоге бьют! Да это ж гениаль! И чем дуэль закончилась? Ты у нас двоих отфигачил он. Да. А у меня обратное управление. Все. Да, оно то включается, то выключается. А мы со Славой... Блин, я вообще... Да, мы задохли, в принципе. От хорошо чего? Пострелялись. Да. Ну я пику пристрелил, меня бот оглушил, и я вот валяюсь тут в крови уже. Умираю, умер. Чтобы ты сдох. Ну, тут да. Нельзя же отверточкой глаза там повыколупывать и всякое такое, так что... Всякое такое? Ну да. О! Что? Я нажал на кровопотери и просто рядом свалился, типа... Бро, я тебя труп, понимаю. Меня уже не... Тут нечего лечить, тут труп. Меня. Ты тоже труп, чё ты? Может, мне в следующий раз за инженера поиграть? Было да, бы неплохо, слушай, кстати. Может, за преступника будешь? Да, просто... Вот за врача убивать всех ядом — это сложно, а вот взрывать С4 — это легче. Да, да. Ты прав. А как присесть? Ты что? Ctrl. О, спасибо. Нет! Спорол меня. Ты пол сломал! Ножом? Да зачем ты сказал? Оу, неплохо. Угляди, это мой труп! Ему, он погнал тусовать! Фрум, спустись этот в отсек с кроватями, посмотри на мой труп. А
Оно живое! Я жив! Я пошел во флекс! Меня офицер безопасности бьет. Что? Я во флекс пошел! Ногами, ногами, давай! Давай, давай! Давай! Да двигай телом головой! Где стоишь, понял? Рум, ты меня бьешь, а не офицеры безопасности. Ну, по нему проходит урон, я вижу. А, да? Ну, хорошо. Я во флекс пошел. У него то ли кровопотеря, то ли еще что-то. А, чувак меня вырубил, убежал, все хорошо. Ребят, у нас хорошие новости. Наш корабль не сломался в хлам. А, я в наручниках. Наш корабль идет ко дну. Боже, помоги мне. Все, одели наручники на тебе. Да. Так, хорош, флекс. У тебя, кстати, голова отрывается при флексе. Я знаю, это нормально. Да, это нормально. Ладно, ребят, под конец просто тоже захотелось немножечко пофейлить. Я не могу сесть на стул с наручниками. Это печально. Хорошо, будем на этом заканчивать. Спасибо, что были с нами, ребятушки. Всем удачи, добра, бобра, всем ладушек. Всем покеда. Еда.